Всем привет единомышленникам, садоводам и ореховодам. Нахожусь на вершине начала Кавказских гор, Черное море. Хочу показать о вредителях, которые хуже тлей, хуже клещей. Сейчас подойдем. В лесу посмотрим. Орехи посмотрим. Этому 13 лет, метра 3,5. Подвой по качеству они не очень. Сейчас спустимся, но покажу по теме, которые люди портят лес. Вот такая красота здесь растет. Этот постарше, 5 метров 5-6. Хочу показать, что хуже тли. Прошлый год летом все сосны замирают. Сожгли. Поэтому я зарекся, что больше в этом лесу ничего делать и сажать не буду после этих пожаров. А теперь принципиально вот эту всю аллею, вот тут, наверное, больше гектара выгоревшего, я засею всю кавказскими подвоями орехов. Сейчас. Я не знаю, как не пострадала моя полоса слева. Все выжжено. У меня и груши, и яблони были, все сгорели, и подвои ореховые. А вот как их не достало, это, наверное, просто, что здесь зеленая масса. Сейчас вот от этого места буквально 15 метров у меня здесь растут орешники. Место общедоступное, это не частная собственность, сюда может любой, каждый прийти. Вот. Как он здесь остановился? Он еще у меня стоит. Стоят, костер их не достало. На Утрише в прошлом году был сильный пожар, там больше 200 деревьев ореховых сгорело. Тоже были сеянцы посажены с друзьями и мною. Сойдем. Вот сеянцы, 13-летний, без ухода. Здесь кавказский подвой, сорта форма, наверное, злое. Замещающее ореховое ядро. Оно здесь одно. Взрослое больше здесь не перекрывает после пожаров. Но подвой есть универсальный. И привой. Вот он еще один.
к основным моим массам. Все возле костра. Здесь не сгорело. Может, дорога спасла. И просека. Все сосны сгорели. Не дали огню распространиться. Мои орехи спаслись. Жарко. Я их когда-то сформировал лет 5 или 6 назад. И сейчас они в дикой форме сами. Я больше к ним не подхожу. Только если орехи на подводе забрать. Видно. Сейчас пройдем еще туда. Кущи. Я здесь где-то омолаживал. Высота, мой рост. О, здесь тропинка есть моя. Не. Сильно росла. Сейчас обойдем. По краю обошел. Сюда не дошел. Ну, короче, остановиться здесь. А есть где-то здесь, вот он. Грецкий орех, ему лет 25, вот сам по себе вымер. Я помню, зеленый, даже чуть формировал тут ветку одну, убрал. Естественный отбор природы. Вот еще пришел посмотреть. Песчанский был привитый. 10.04.20. Вот еще одно отвержение. Очень на молдовских подводах. Плохо прививается. Это не оно. До сюда. Отвержение. Не прием. Так, зеленая пленка у меня к гречану. Тут тоже несовместимость. Подвое было много привитых, но уже их не найду. Все заросло.